В 2018 году на конкурс мы заходим с проектом «Комплексное развитие площади у Дворца Металлургов». И в 2019 году, после дополнительной проработки проекта восстановления историко-культурной среды Мемориального дома-музея Верещагина с прилегающей территорией. В 2017 году была разработана и утверждена концепция развития данной территории. Площадь составляет 9 гектар. Вся территория разделяется на тематические зоны. Мы в 2017 году с вами обсуждали данную территорию ДКМа. И вот пройдемся по слайдам. ДКМ участвует у нас в рамках программы «Комфортная городская среда» и планирует участвовать вот в конкурсе «Исторические поселения». В рамках «Комфортная городская среда» предлагается выполнить мероприятия по реконструкции фонтана, по строительству амфитеатра и подпорной стенки, благоустройство городской площади, замена покрытия старого плиточного на новой плиткой крок.